Товарищи, где вы? Расскажите нам. Ейске, улица Первомайская. Едем на улицу Пляжную, дом 1. Где лиман, Ейский лиман и Азовское море. Слышу зов, поймать Азов. Вот вам, мои дорогие, город Ейск. Тут есть светофоры, не хухры-мухры. Много заказов, Ситик написал мне. Тут свое, Максим. Через 300 метров поверните налево на улицу Портовая. Он мне рисует навигацию поверх этого. Поверните налево. Налево. Что? Налево. Что аккуратнее-то? Дырка там. Прямо 1 километр 500 метров. Железная дорога. Здесь. А? Ты камеру пальцем снимай. Да? О! Да, тополя летят. Красоты. Пришли сегодня в Кубьет. Тут корабль, тут везде корабли. Температура 30. Нет, корабль — это памятник, она сказала. Да? Чувствую запах. Справа должны танки возить. Как это наплела? Тут танки возят. Оля. Да брось. Здесь не знаю, есть ли места свободные. Элитная гостиница тут с дымком таким. Он ни раньше, ни позже приехал. Мы пришли сегодня в порт. Это порт. А! Я падаю! Держись. За что? Вот он. Ну все, приехали.